Береги глаза с молоду. С самого рождения этот важнейший для человека орган нуждается в защите и бережном отношении. Офтальмология в многопрофильном лечебно-диагностическом центре «Консилиум» – это полная и объективная диагностика взрослого и детского зрения и оптимальная помощь пациентам, обратившимся с жалобами на его нарушение. С заболеваниями обращаются с разными. И заболевания сетчатки, и заболевания роговицы, и заболевания радужки, заболевания хрусталика, заболевания зрительного нерва. Оказываем мы первую помощь при попадании инородных тел. Что-то с тяжелыми травмами уже, конечно, отправляем в стационар. Чтобы правильно лечить, необходима максимально точная диагностика. В консилиуме для этого есть все условия. С помощью современного оборудования исследования проводятся в считанные минуты, не доставляя дискомфорта даже самым маленьким пациентам. Биорефрактометр, фароптер, прямой офтальмоскоп, позволяющий исследовать глазное дно без расширения зрачка, бесконтактный тонометр. Аппарат Перискан, анализатор поля зрения, позволяет провести периметрию на все цвета. Кстати, с его помощью возможно диагностировать не только офтальмологические заболевания. Если компьютерный периметр только на белый цвет дает нам результат, а здесь на все цвета, что вот при выявлении патологии, при аденомах, вот, у женщин при бесплодии, когда выявляется, вот этот аппарат очень помогает в диагностике. Отдельного внимания заслуживает физиотерапия, возможность коррекции зрения без вмешательства хирурга. В консилиуме применяют такие методы физиолечения, как ультразвук, магнит, микроволны, лазер и другие. Например, лазер в сочетании с цветолечением творят чудеса при коррекции школьной близорукости. Острота зрения повышается, а при слабой степени заболевания удается и вовсе снять очки. Даже если нет выраженной патологии, важно помнить о профилактике. Эффекта от одного курса хватает от полугода до года. Эффект чувствует такая и легкость в глазах, и пропадают вот разные неприятные ощущения, и спокойно можно читать, спокойно можно работать. И вот эта вот легкость, когда не больно, глаза, нет какой-то там сухости, и не надо напрягаться при чтении. Вот после лечения всегда очень хорошо себя ощущаешь. Лучший способ не допустить развития заболеваний органов зрения – регулярное обследование. До 31 января 2017 года в медицинском центре «Консилиум» скидка 20% на консультацию врача-офтальмолога. Запись на прием по телефону 65 66 66 или на сайте consilium73.rf.